Иван Стогниенко, 12 лет, город Симферополь. Иван – юный вундеркинд. С 3 лет играет на фортепиано, синтезаторе и сочиняет музыку. Плохо разговаривал, значит, мы ему напевали, кумкали. Он себе там что-то напевал, потом стал уже как бы это. И игрушки были, все музыкальные игрушки какие-то. Все он сам себе подбирал там что-то. И так научился, самоучка, так сказать. Не побоюсь это слово, ребенок вундеркинд. С шикарной памятью музыкальной и богатейшим музыкальным кругозором, то есть репертуаром, да? Это и классическая музыка, и современные песни, и песни из кинофильмов. Буквально играет все на слух. Когда Иван появился на свет, врачи диагностировали у него поражение сетчатки обоих глаз. С первых дней жизни мальчик ничего не видит, но обладает прекрасным музыкальным слухом. Когда мы пошли в школу, когда нам показали это, значит, азбуку Брайля, мы, конечно, я была в шоке, не в шоке, у меня была истерика. Ну, спасибо учителям, в школе мы справились, мы пишем и читаем. Иван старается принимать активное участие в конкурсах и различных мероприятиях. За силу духа и стойкость в преодолении всех преград, стоящих на жизненном пути, в 2017 году Иван был награжден премией общественного признания «Преград нет». Мы гордимся своим сыном. Мы все, наша вся семья гордится своим сыном. Мы верим и в себя, и в своих детей. Только вера и поддержка близких помогает мальчику преодолевать все трудности на пути к достижению цели. Иван верит, что его мечта – увидеть лицо мамы – когда-нибудь обязательно сбудется. Нельзя опускать руки. У каждого ребенка есть свой талант. У каждой мамы есть свой талант на воспитание. Она знает и чувствует, что делать. Вот. И, конечно, помощь семьи и окружающих.